Приветствую, бойцы! Сейчас я проведу для вас краткий инструктаж по технике опасности КВ-2. На ходу с него не особо рекомендуется стрелять, но тоже можно. Лучше всего останавливаемся. Где бы вы ни стояли, хоть в чистом поле. Сводимся медленно. Набираем воздуха в легкие и... Все, цель поражена. Теперь они хоть фонариками, пусть все в жопу светят, нас уже не заметят. Мы уехали. Итак, давайте вместе вспоминать, что нужно делать. Заряжаем бревно. Выезжаем. Видим цель. Медленно сводимся. Набираем воздуха в легкие. На! Работает как часы. И чтобы все это не забыть, берем листок бумаги, ручку, карандаш или катал. И записываем, чтобы потом это заучить как отче наш. Чтобы в каждом бою на этой технике вы не терялись и знали, что делать. Заряжаем бревно. Выезжаем на врага. Можем даже получить пиздец. Это тоже настоятельно рекомендуется для закалки экипажа, который вот сейчас может быть оглушен, обескуражен и еще более опасен за этого бой. Аккуратненько сводимся. Набираем воздуха в легкие. На! Видите, как работает. Безотказно. Главное, ребята, последнее правило. Решающее. Когда кричите «на», не обосритесь. Чекари Фанча почти добежал до позиции. Давай, свети. Лорка на пригорке. Я сейчас залезу. Сейчас. Вот этого. Вот отсюда вот. На-ка. Ну как она кричит? Я только не понял, она радостная или расстроенная. Судя по интонации, вообще экзорцист нужен. Ну, хотя бы примерно понимать настроение этой женщины. С ней еще тут полбоя ездить. Слышь, Карифан, ты что здесь забыл вообще? Ты нахрена сюда упал? Друг, ты отсюда ничего не насветишь, понимаешь? Вон там куст, хотя бы в него встань. Свети из куста. Не, ну что это происходит в самом-то деле, а? Что танки с людьми делают? Еще одного друга потерял. Вот оно. Чудо танкостроя. Двуносый танк. Давайте. Колесники есть, арта есть, двуносый. Следующий, чё? Плазма-пушка. Рокет-ланчер. Биг-факинг-ган. Надеюсь, разрабы это не увидят. Это ведь сделают. Так. Ну, этого надо первым ликвидировать. Это... Кинуть успел, подлец, перед смертью. Ничего страшного. Командир починен. Не бреши мне тут. КВ-2 что-то приуныл. Арл там что-то тоже потерялось. Ну и ладно. Заряжаем дуплетик. Не, ну как бы все логично. Два снаряда, два орудия, два танка, два пробития. Но почему у меня такое стойкое чувство, что это какая-то хуй... Важная информация. Прежде чем показать следующий фрагмент, быстренько жмем лайк, подписку, колокольчик, потому что монетизации на этом видосе нету, а продвигать его как-то нужно. Если наберете прям много лайков, то следующий видос выйдет очень быстро. Очень скоро, прям быстрее, чем обычно. Спасибо, пожалуйста. 7.14. Колобанов, все, 100 пудов. Снарядов хватит. Дури тоже хватит. Лампочка, проверьте, сфинктер сгорелась. Все кидают. То есть тут как минимум двое. Высунься где-нибудь. Я чё его здесь жду? Он же сейчас ко мне приедет и напихает, да? Лучше предупредительный ему дать. И по съёбкам. Это... Вот он. Да, понятно. Лучше сразу по съёбкам. А, преследуй меня. Щейка саны. А теперь, как учили в кинофильмах, бежим зигзагами. Зигзугаль... Во! У ворот. Кто следующий? Вот. А вот этого, кстати, можно еще и поприветствовать. Снарядов у меня на него хватит. Стой! Ух ты, как хорошо тебя подвернуло. Тихо, ты еще и глянь, ты что, сломал мне? Тихо, подожди. Вот так. Сирены воют.
Клапан давит. Как в это играть? Как это... Ах ты, преследователь. Еще один снаряд. Прямо для тебя. Не для тебя. За 20 секунд я до туда все равно не доеду. Максимум, что можно убить. Господи. Да давайте захватить уже, а? Я выжить хочу. Страшно, пиздец. Че, все? Выиграл? Все за... Я живой? Я бешеный, я дикий. Меня, конечно, по следам и запаху найти легко было, но... Я зверь. Весь день жопа горит. Заряжу. Еду фармить серу. Все. На все плевать, просто серу. Салям алейкум. Ва алейкум ассалям. Ноль. Фугасом. Голдовым. Сука, я аж забыл, как ездить. Ертир. На тебе по жопе. Люфлюфу! Забрали. Ись. Наебись. Надо, я тут убежал. О, ща помогу. Ща помогу. Погоди. Погоди, першринг. Першринг, побожди. Сейчас. Все. Че бы ты без меня делал? Без молодца такого. Слушай, я кверху пузиком повернулся, давай. Почеши пузик и обратно на лапки переворачивай, давай. И помчали дальше всем рыло чистить. В смысле? Слышь, я тебе типа помешал, что ли, сейчас, да? Алло? Какой же медленный аппарат, вообще просто дико медленный. О! Ух ты. Сушечка. Сушечка, стой. Не. Хорошечно. А теперь тебе, братан. Давай. Ты чё скользкий такой, а? Чё, жиром рыбьим намазался, что ли? Ого. Не, ну это ты, конечно, каскадер, ничего не скажешь. Беги теперь свой ТикТок выкладывай. Трюкач, сука. Салям алейкум. Карам-карам. И снова всем привет, мужики и мадамы. Я, как и обещал, заделался Дедом Морозом в этом месяце и одарю вас подарками. Так что давайте приступим раздавать. Во-первых, в этом ролике победили вот эти ребята. Вот их призы, с чем их поздравляем. И каждый из вас может оказаться на этом пьедестале, просто прислав реплей с какой-нибудь дичью, указав тайм-код и главное, актуальной версии игры. Ссылочка в описании.